«Кто я Господу? Друг или раб?» В Евангелии от Иоанна мы находим текст, где Христос говорит, «Я не называю вас уже рабами, но называю друзьями, потому что раб не знает, что делает Господин его». С другой стороны, мы находим слова апостола Павла, который пишет, «Освободившись от греха, мы стали рабами Богу». То есть, освободившись от греха, мы все же рабы. Иаков продолжает в своем послании, говоря, о себе. Яков раб Бога и Господа Иисуса Христа. Так получается, Иаков вторит той же мысли Павла. Как разобраться в этой дилемме? Я друг все же Иисусу Христу или раб? Как это скажется на нашей молитвенной жизни? Давайте разбираться вместе с нашим экспертом, пастором Виктором Ивановичем Корчук. Приветствую. Приветствую, брат Роман, и всех наших дорогих зрителей. Для вас Иисус Христос – это то, как вы его воспринимаете, как господина или как друга? Надо признать, что будучи христианином много лет я не понимал, как это с Богом быть другом. Для меня вначале Бог был Спаситель, потом Господь как руководитель жизни, хозяин жизни. Но сегодня, слава Богу, я могу сказать, что... Христос, мой Бог, одновременно и Спаситель, и Господь, угу. и друг. Ну, это вот создает, наверное, полноту и веры, отношений с Богом, это радость, это осмысленность, и это участвует в молитве. Как мы с Ним общаемся, все зависит от того, как мы его представляем. Да, спасибо. Наглядываясь на свою жизнь, тоже пытаюсь понять, а кто же для меня Господь. Действительно, есть определенная динамика в отношениях с Господом. Вначале ты его не понимаешь, присматриваешься он может быть какой-то далекий, с кем нужно попытаться познакомиться со временем. Больше узнавая, ты в него больше влюбляешься. Это как вопрос с родителями, наверное. Чем больше ты с ними живешь, тем больше ты их начинаешь любить и уважать. Или как с женой. Ты раскрываешь какие-то новые качества, поэтому полностью согласен и, 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 с вами. И друг, мы... и господин. Еще мысль пришла, Бог. что, наверное. И все это одновременно бывает. Это идеальная ситуация. Но даже в течение дня у нас могут быть разные обстоятельства. И в одних обстоятельствах срочно нам Бог нужен как спаситель. Да. Уже не обязательно, как друг, как Господь. Как спаситель. Вот. В другой ситуации нам нужна его, его мудрость, как понимание, какой делать следующий правильный шаг. А когда уже все получилось, все хорошо, и мы такие радостные, приподнятое настроение. Вот тогда Господь и друг. Аминь. И мы даже поем, и даже подпрыгиваем и, наедине, и мы ликуем, что вот Господь благословил, все получилось. Слава Господу, что Он такой многогранный, как написано. Все во всем полнота наполняющего. Пришел очередной вопрос от наших телезрителей. Давайте его услышим. Виктор Иванович, как вы считаете, что такое настоящая свобода во Христе? Существует ли она вообще или это как фантом? Если так подумать, я раб своих привычек, раб родне, я всем что-то должен, раб своему начальству на работе. Понимаю, у всего этого есть и другие названия, но они не отменяют основополагающего рабства. Так что же это за диво такое, дивное, настоящая свобода? Mm. Ну, сразу хочу сказать: во Вселенной есть два вида свободы: есть свобода, независимая, абсолютная у нашего Бога. Он свободен. И второй вид свободы, относительная на добрых условиях это свобода, которую Он подарил каждому из своих творений, и ангелам, и нам, людям. Свобода во Христе – это вершина всех свобод. Это свобода верить, любить, надеяться, способность удаляться от греха, способность любому человеку в глаза посмотреть, свобода от чувства вины – от сомнений, свобода от гнетущего прошлого, ибо оно переоценено, оно прощено. Поэтому свобода во Христе, которую предлагает Евангелие, это вершина всех воображаемых свобод. Благодарю. Да, глубоко. Давайте мы разберем наш отрывок Евангелия от Ивана, глава 15. Внимание на экран. Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней. Исполняя заповеди мои, вы будете жить в любви моей, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами. Радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам. Никто не может превзойти любовь того, кто жизнь свою отдает за друзей своих. Вы, друзья мои, если делаете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас слугами. Слуга не знает о намерениях своего Господина. Друзьями зову вас, ведь я обо всем вам поведал, что узнал от Отца моего. Не вы избрали меня, но я вас избрал и на труд поставил, чтобы в мир вышли, и служение ваше плоды приносило, плоды неприходящие, и Отец даст вам все о чем бы ни попросили его вы во имя мое. Исполняйте же то, что вам заповедую я. Любите друг друга». Итак, мы посмотрели отрывок. Давайте углубляться. О какой свободе в данных текстах говорит Христос? Да, здесь Христос говорит о свободе любить, но любить прави... <coughs> но любить правильно, о свободе жить, но жить по-божески. Угу. Так, и все же мы видим некое такое противоречие в отрывке. Он дает нам поручение, не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть это подразумевает подотчетность, где-то ответственность как у рабов, как у госслужащих, солдат. Почему рабы в этом отрывке и почему друзья? Если грани рассмотреть. Первое, что нам поможет как бы этот конфликт или парадокс разобрать. Древнее слово ⁇ раб ⁇ одновременно означает ⁇ слуга ⁇ У нас сегодня слово ⁇ раб ⁇ ну, наверное, из-за идеологии которая раньше была в нашей стране uh -huh. рабство изображалось только такими отрицательными красками и сценами транспаранты большие мы не рабы рабы не мы немы. да 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 мы, мы не То есть, рабы я все время немы мы или не мы где там пробел, или молчаливые или не к нам слово относится. слуга или раб означает зависимость но мы зависимы и в семье своей, мы служим любовью, вот. родители служат детям, дети в послушании у родителей, любящий муж служит жене, служа, э, жена бескорыстно, без всякой зарплаты, она служит любовью своему мужу. Поэтому <coughs> идея главная, раб или слуга – это зависимость, да, и подотчетность. Подотчетность – это честность. Ничего не утаиваем, не обманываем, ничего не приписываем, ничего не сгущаем, не смягчаем. Рабство, о котором Иоанн написал или записал слова Христа, вот это единственное рабство, которое не унижает человека, угу. а наоборот. Оно его возвышает и возвращает богоподобие, uh -huh. потому что рабство греха нас удаляет от Бога, делает похожим во многих случаях даже на животных. И то животное не раз, себе не позволяет той жестокости или где-то безответственности к своим детям, как люди, взрослые с высшим образованием, это себе разрешают. Поэтому Христово рабство ⁇ это почетное. Угу. Поэтому если тебе скажут, о, раб Христов, или мне скажут, ни в коем случае нельзя огорчаться, надо расцвести в улыбке и сказать, благодарю вас за такой прекрасный комплимент. Угу. Потому что быть рабом Христа – это рабство, которое возвышает. Ну и даже по контексту, когда мы читаем слова Якова, то, что мы во вступлении сказали Павла, он многие послания свои начинает вот из контекста, вот между строк можно прочитать, что он прям рад этому статусу. То есть он имеет за честь почитать себя рабом Господа Иисуса Христа. То есть не у каждого есть такая привилегия, получается даже. Да, еще здесь и такая важная реальность. Если я осознанно, добровольно не раб Христа, то я обязательно раб сатаны. Автомат. Тогда выбор, что лучше, что угу. разумнее. Угу добровольно отдаться, да, скажем, служению Господу, нежели влочить рабство в состоянии греховного человека. Так если говорить, так как у нас передача «Азбука молитвы», в молитве как мне себя позиционировать? Чаще называть рабом или другом? Какую мне занять позицию? Начинать с мысли, что я слуга угу. Божий, я раб, его воля для меня на первом месте, я свою волю э, все время пытаюсь ему подчинить, и тогда он сохранит мою волю, она будет продолжением его совершенной, идеальной воли. Поэтому лучше всего начинать как слуга, угу. а завершать как друг. То есть со смирением, да? Смиренным потом Бог дает благодать. Да. Хорошо, да. давайте с позиции дружбы с Богом. Что подразумевают? Какие отношения? Дружба с Богом, ну, прежде всего, полное доверие. Полное доверие. Во-вторых, наверное, верность. Верность в мелочах. Верность в малом. Ну и третье, наверное, чтобы не терять потребность, постоянно радоваться о Господе, восхищаться им, возвеличивать его, другим о нем рассказывать. Ну и раз есть во Вселенной такая самая приятная, милая, добрая, всемогущая личность, ну, зачем об этом молчать? Пусть люди услышат, и кто-то приблизится, и его жизнь изменится. Но если рассматривать нас как христиан, можем ли мы одновременно себя рассматривать как друзей и рабов Бога? Да, можем. Так Евангелие показывает, что вот в этом и гармония, в этом и полный набор, потому что раз Господь для нас Спаситель, Господь и Друг, значит, и мы для Него постоянно и пациенты, как для врача, мы спасаем, мы им ведомые, мы его подопечные и мы его друзья. Я думаю, осознание того, кем мы являемся понимая, что мы на этой земле грешны, отдаляясь все дальше и дальше от Бога, неизвестно на каком этапе каждого, кто нашел, Господь когда нашел. Я думаю, когда-то нужно Богу но ну, проявить свое могущество, свою силу, свой авторитет, чтобы показать, что с грехом порой заигрывать не надо. И здесь он подразумевает, что смирись, подчинись, смиритесь под крепкую мышцу Божью. Да? С другой стороны, когда нас полощет жизнь, да, треплет, как чел, да? Лодку. Нужна, наверное, вот это плечо, вот эта грудь, где можем склониться, поплакать. И Господь в этой разной роли может приходить, понимая, учитывая нашу борьбу, наш рост. Ну и понимание дружбы с Господом какой отпечаток накладывает на нашу молитвенную жизнь. Ну, я думаю, что понимание вот этих отношений, дружественных, открытых, приятных, взаимное влечение, что вот это и есть духовная зрелость. В такой молитве, когда отношения с Богом, как со Спасителем, Господом и Другом, в такой молитве будет меньше просьб. Mm -hmm. А больше свидания с Богом, больше благодарности, больше собеседования. Вот. Потому что молитвы у христианина, который делает первые шаги на узком пути, у него очень много нужд, угу. очень много просьб. А потом он, читая Евангелие, осознает, если Господь знает нужды мои. Прежде чем я их назову, то лучше я в молитве не буду эти нужды перечислять. Лучше я просто буду с ним общаться, и это общение меня обогатит, и просветит, и даст новые мысли, и свежий взгляд на то, что не решалось, и свежим взглядом оно быстрее решится. Конечно, содержание молитвы будет меняться, и я добавлю, наши молитвы должны меняться. Как бы они ни были красивы, неправильно годами одни и те же фразы, обороты в молитву вставлять. Это значит, мое восприятие Бога, мое познание Бога не меняется. Угу. А это уже симптом, симптом, что в духовной жизни есть проблемы. Мы постоянно должны развиваться, расти в познании Бога. А значит, и наша молитва будет меняться. Будет подразумевать динамику, да? Приведите, пожалуйста, для наших зрителей сегодня обетование об отношении Господа к нам. Есть у пророка Иеремии в 29 главе Прямая речь Господа, вот он что говорит о себе с 11 текста. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне». И пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь. Замеч... Господь гарантирует, что если мы в молитве будем его искать как самую любимую, приятную, важную личность во Вселенной, он говорит, встреча состоится, буду я найден вами, новое свидание произойдет, вы станете другими после этого свидания. Замечательное обетование, спасибо. Помолитесь, пожалуйста. Благодарим Тебя, Господь, что через Иисуса Христа Ты открылся нам и как Спаситель. И как судья праведный, и как наш защитник, и как распорядитель всей дальнейшей жизни. И вот сегодня такое новое откровение о тебе ты нам даришь, что наши отношения могут быть как у самых лучших друзей. Нам нечего тебя бояться, нам нечего от тебя что-то утаивать, прятать или как-то по-другому рассказывать, ибо ты видишь всю картину нашей жизни жизни. Ты мысли читаешь. Помоги нам, Господи, расти в познании Тебя, и чтобы росла наша молитва, и чтобы она достигла той зрелости духовной, чтобы мы в молитве имели радостное новое свидание, новую встречу с Тобою. Ты ожидаешь нашей веры, развития, нашей благодарности, нашего послушания. Благодарим, что Ты все сделал ради этого. Тебе одному поклоняемся, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Спасибо большое, Виктор Иванович. Пространно, глубоко вы раскрыли вот эту дилемму, это противоречие. Действительно, все зависит от наших отношений с Господом, насколько мы открываемся для них, насколько можем погружаться в них. Пусть же, добрый Господь, дорогие зрители, поможет нам понять, что Он никого не хочет унизить. Он называет нас не только другом, он называет нас еще и сыном. Он признается нам вечной своей любви. Иеремия 31.3. Любовью вечной возлюбил тебя, потому простер к тебе мое благоволение. Мы желаем, чтобы вы возрастали в этой любви в понимании того, насколько Бог максимально готов приблизиться к вашей жизни. До новых встреч. Всего доброго.